Бурдж-Халифа, Великая Китайская Стена и Фолькеркское Колесо, Виадук Мия и Дамба Три Ущелья, Байлонг и Лангелет. Все эти творения человеческих рук и интеллекта объединяет одно. Их называют величайшими инженерными чудесами света. Лекцию для сменовцев ведут юные робототехники из Новороссийска. Они рассказывают интересные факты и показывают видео о каждом сооружении. Три Ущелья – потенциально крупнейшая ГЭС и вообще электростанция в мире. Она расположена вблизи города Китая Сан-Таупин. Дамба высотой в 183 метра способна удерживать почти 40 миллионов кубометров воды. Фолькеркское колесо – это огромный подъемник кораблей, который потребляет энергию, как два электрических чайника. Самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, 826 метров в высоту. А подводный трубопровод Лангелет составляет 1200 километров в длину. Эти факты удивили сменовцев. А девятиклассника Тимофея Кагочкина поразило, как строился виадук Мия на юге Франции. И если смотреть с чисто физической стороны, там показали, что энергию молнии можно использовать как... Практически. Молния делает пар, и что делает очень быстро и аккуратно резку стали, что обеспечивает несколько раз эффективность резки. Физика, химия, инженерия – эти науки занимательны и интересны. Благодаря им совершаются невероятные открытия, и фестиваль профессий не может обойтись без погружения в эти знания.